Да я заходила. Куда вы? Тут 150 есть. Да. Как выделиться из всех других, это связано прежде всего, что у нас интернациональный экипаж. То есть и поляк, и русский в одном экипаже должны быть 2 месяца, прилететь. И вот в этом, наверное, наша изюминка. Вот. Поэтому идея возникла 2-3 года назад. Серьезно мы начали готовиться в прошлом году, после, с сентября, с октября мы начали встречаться, писать протоколы, и каждый был расписан, кто за что отвечает. Есть и женский коллектив, который возглавляет сейчас мировой рейтинг. Сказать, что вертолетный спорт все начинался с армейской авиации. Как открою тайну, в том, что взяли, у нас очень много чемпионов мира. Успешно, мы надеемся, будем отслеживать. Ирина, подходи. Ирина, вы куда?